В канун начала учебного года полицейские, члены общественного совета при УВД и администрация города посетили детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребятам подарили школьные канцелярские принадлежности, рюкзаки, спортивную форму. Но кроме этого, полицейские проводили профилактическую работу. Главными темами бесед с подростками и их родителями стало соблюдение детского закона и правил дорожного движения. Особый акцент в беседах с родителями сделали на защите прав и интересов ребенка и недопустимости насилия в семье, и особенно к детям. Такие встречи полицейских с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, пройдут во всех районах города.